парень полегче.
Ojo.
охлаждение минералов выработано. Нехуй делать. Тарам-тарам. Блин, забыл поменять. Все.
heard this one. Здесь полно каналов. Мой не сыскать. Нигде не сыщешь мой канал. Ладно, пофиг. Пустыня Акилона. Беллинги. Спасут Беллинги. Thank you.
Лучший. Просто лучший. Гиблинг. Зерлинг. Зерглинг. Зерк. Зерклинг. Зерлинг, я думал всегда. Зерклинг, оказывается, он, ну как. Сколько меня там смотрит хоть? Ноль, как всегда. Кто-то прибавился. Какой-то чувачок меня еще смотрит. Нормально. Бонус за длительность игры. Окей. Уф. О. Это уже будет посложнее. Уходим. Наверное, все-таки в развитие на пути. Полностью. Как-то новую карту, что ли. Главное, чтобы он рядом не был. Пока меня будет искать, я три хата отстрою. Ай, GG. Хорошая игра, как он может судить, что это хорошая игра? Не понимаю людей. О, щит. Мне пипец будет, я уверен просто. What the fuck? Вот он и зерг. Нашли зерга. Он близко, близко, очень-очень близко. Плохо чё. У меня омут уже построен. У него он идет во вторую хату, наверное, будет. Просто уверен. Но нечего бояться, в принципе. Пока что он из себя ничего не представляет. Поэтому не боимся. What the fuck, беспалевный чувак, а? А я даже не заметил, слушай. Я даже не заметил. Четко. I don't.
Прикольно, я первый раз вижу, что так пользовались этой штукой. Окей. Сейчас попробуем подраться маленько. Воу-воу-воу, полегче, парень. Блин. Блин. Так, даже сделаем. Воу-воу-воу. Черт, что-то он испугался, но на самом деле мог додавить спокойно. Черт. Гибликов, наверное, делают. Хотя мне так не кажется. Развитие завершено. Все, окей. Только я заметил, у него как будто крылышки эти были много больше моих. Вон, видите, какие-то крылышки странные. Так, просто сейчас проходим этот станем. Черт, три хаты сделал уже. Говнюк. Говнюк. Надо больше. Воу-воу-воу. Черт. Ха. Ну окей, вроде пока отбились, но это вроде. Я очень много отвлекался. Кался-какался. Халявит там, это ясно. По полной причем. Его не накажешь никак ведь. Давай, что ли? Отлично. Халявщик. Бля, на третьей базе там пиздец он устроил. Ай, лол. А будем так по одному гиблингу убивать. Чёрт. Так, на одна будет. Сюда пойдет вторая. Направо.
И мы еще заодно. Блин. Наши войска атакованы. Лол. Полный хаос и лол. Надо шпиль, шпиль. Шпиль построили, да? Окей, все. Сейчас мы тебя накажем. Говнюк. Так. Чё толку две хаты сделал? Нифига рабочих нет. Мочить будем. Развитие завершено. Да хватит пока. Воу, воу, воу. Полегче. А, черт. Говно. Полное говно. Полное, мать его, говно. Квадрате. Делал плохо, ребята. Что? Хитрая молодца. Долбанный надиратель, а? Что все время не хватает, как эти? Две хаты. Такой простой. Чувак просто. Очень-очень простой. Чё, один только? А, вот еще один.
У меня 4 хаты, ё. Ёбаный стыд. А-а-а, чёрт. Короче, тут ясно. А, не задалась игра у меня сразу, ёпта. Ах, черт. Последняя игра. Если я ее не выиграю, то мне отправят в серебряную опять лигу. Я Зон Динальт. GG. Так, надо посмотреть, что у него там. Сто пятьдесят девять матчей. Платиновая лига. Ё-моё! Алмазная лига. Ё-моё, чуваки. На кого я попал? На кого я попал? Такое вообще не было раньше. Как так вообще получилось? Казах. Так, ладно. Что у меня тут? 10 матчей. Видите, я, ребят... А, я только начал пока. Ха, наивысшая лига. Третий уровень, мауфака. Сейчас, секунду, посмотрю, сколько там. Я только себя смотрю. Окей. Это, ребят, прямой стрим, а вы, возможно, смотрите это на YouTube записи. Так что поэтому вам кажется, что вы смотрите. Да, я в очках, ребята. Хоть зрение, я уже говорил, блин. Миллион раз. Воду пью. Пью водички. Так, сейчас. Сейчас приду. Так, мне тут дали мастер совет. Я Зон Диниальт. Дал мне мастер совет. Это очень приятно. Когда игрок такого класса. Ну как такого? Опытный.
Чувак, думать на что я прям серьезно в это играю. Говорит, что мог в начале закончить уже игру. Так, ну, нам попадается Deus Casin. Да, я так и понял, что он мог в начале затащить, но он начал зачем-то. То есть агрессивно всегда играешь. Да, я всегда агрессивно играю. Голох. Ребят, да, я всегда агрессивно играю, по-другому я просто не умею. На прямые атаки я тоже не умею, поэтому я выбрал именно зерков. Прямые атаки не всегда хороши. Я люблю партизанскую войну. Поэтому. Так, давай. Хорош. Ну, блин, опять я забыл отправить этого придурка. Так, три рабочих строим, потом омут. Вторую хату не надо, пока первая не раскачается. Окей. Чувак просто знает то, что я, блин, играю. Я не знаю, как ответить просто, я бы ему ответил. В принципе, я сейчас пока не так сильно занят. Всего лишь делаю. Развиваюсь переднюю базу, блин. Ха, сколько хат. Да, ну хитро он сделал. Он думал просто, я тоже халяваю. Полный, поэтому. Поэтому. Так, ну все, надо. Надо было давно ее сделать уже. Я лоханулся. Ну ладно. Так, тут нет ее. Так, ну давайте-ка, если близко нет никого, можем поставить. А тут две хаты можно сразу ставить прямо на базе. И защищать их вообще спокойно можно. Поэтому развиваемся себе. Потихонечку. Никому не мешая. Давайте через три хаты попробуем вообще. Три хаты поставить. А, нет, тут не получится так. Окей. Так, ну еще 5, да, рабочих. Ой-ой-ой, что за нелепый забег какой-то у него. Черт. Увидел он вторую хату, понял, что я тут. И это, конечно, не очень хорошо. Я не понимаю, где он? Вот здесь, наверное.
Так, окей. Да куда вы лезете? Ну, в принципе, тут понятно, в чем дело. Две хаты тут. Этим надзирателем. Постоянно этим надзирателем что-то надо, а? Так, строим эту яму. Воу, воу, воу. Черт. Воу, 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 парни, полегче. Опять достаточно. Атакует улей. О, черт, все, это GG, ребят. Блин. Быстро. В какой лиге? Серебряно. Окей. Да. Всегда агрессивно. Ладно, он не в сети. Победа 3 серебряная. Game Alpha. Серебряная лига.
Чё я хотел-то? Все по-хорошему, там понятно, почему я проиграл. А, ладно. Серебряная лига. Xlord? Да ладно. Xlord, 47-й левел. А. Вот на этой же позиции тут. А я не знал. Еп. А, это другая карта вообще. Я что-то туплю. На этой карте я помню. Я выиграл. Какие-то новые карты, что ли? Ой, ладно. Не важно. Блин, я что-то не посмотрел, против кого я там играю. Окей. Протс, ясно. Протосы, значит, роучи пойдут. Что там делать? Что-то поставил. Сочи. Забыла. Thank you.
Заблокировал хотлайн, как всегда. Делают такие чувачки. Воу-воу-воу, парни, полегче. Ладно, уходим в развитие, значит. Значит так. Сейчас в моту выйдем быстро. Потом этих вот саранчиду или как это. Сейчас мы тебе экономику испортим. Еще как испортим. Вот она, порча экономики. Пять, конечно, мало, но... Фак. Лол. Достаточно веспе надо, как так, а чё? Ребята, надо ситуацию исправлять. Я уверен, он еще не успел ничего там построить. Так, и что теперь делать? Давайте построим эту херню, что ли.
Черт. Беда. Спалили улей. Да, можно еще больше виспена. Просто непонятно. Здорово! А? Ходил, конечно. Надо хоть какую-нибудь разведку. А, надо было в копывание это. Ё-моё, выучить, а. Что такое? А, у них есть. Блин, это неприятно, как минимум. Да, ща. Последнюю все. Не могу. Красиво. Ты сломал трубку? Я сломал.
черт, а? Не знаю. Все, ребята, хватит на сегодня. С вами был Акул. Пока. А, блин, а серебряная не для меня еще. Не для меня. Так вот.